В этом видеоролике я хочу рассказать о курительных трубках, то есть и о некоторых моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе курительной трубки. Существует много материалов, из которых делают, производят трубки, то есть пластиковые, в данном случае карболитовая с металлической вставкой, и деревянные. То есть здесь вот это из материал биар называется. Дерево, точнее дуба, практически не горит, не поддерживает горение. При выборе материала, из которого сделана трубка, лучше всего остановиться на трубки из дерева и ни в коем случае не приобретать дешевые варианты, типа как из карболита, пластика, так как в процессе курения скапливается очень много смолы и влаги в таких трубках, и вот курить становится очень неприятно, то есть вся эта смола и влага аж выходит через мундштук вот здесь вот и попадает в рот, в легкие, то есть очень неприятно, горечь это вся. А в трубках из дерева такого не происходит, так как дерево такой материал, что он впитывает в себя большую часть влаги, то есть она остается в трубке, не попадает даже вот сюда нисколько. Ну и соответственно после курения эти трубки, они долго сохнут, проблематично ее там сразу же, ее невозможно покурить, она вся влага скапливается. А эти трубки высыхают, которые деревянные, они очень быстро. То есть это вот один из важных моментов. Следующий важный момент. Трубка обязательно должна быть либо с фильтром, либо с охладителем. То есть это нужно для того, чтобы часть табака и, опять же, этой же влаги и смолы не попадала в мундштук. И, соответственно, чтобы дым, который попадает в легкие, охлаждался, то есть был более холодным. То есть курить, соответственно, уже более приятно. Вот, в принципе, все моменты, на которые я бы хотел обратить внимание, особое при выборе курительной трубки.